Так, пришло время копать корень 9 сила. Вот у нас куст. Вот он, видите, уже отцвелший. Семена можем раскидывать. Пускай насеваются еще. Ты видите, какой лух. Здесь я выкашиваю траву нашему хозяйству. Видите, какая красота. Это лох уже не мой, но мне разрешили здесь выкашивать. Вот. Видите, это вот кусты 9 сила. Ты сюда вот траву уже нагрузил, буду носить. Так что пока собирал траву, нашел вот такую штуку. Видите? Вот такая вот штука. К сожалению, это не единичная такая находка, не единичная. Кто был у меня на канале раньше, знает, с какой местности, откуда. Ну, а чьи-то подарки тоже можете догадаться сами. Я о них тоже говорил, показывал, рассказывал без эмоций, но с чувством. Чувством о жизни, о желании жить. Итак, сейчас не об этом, потом еще поговорим на эту тему. Ну, кто желает, может зайти на канал, плейлист так посмотреть. Сейчас будем копать корешки. Сейчас посмотрим, какие они. Как мы копаем, сейчас передам в руки оператору. Вот я буду копать. Так. Копаем. Траву убрал специально, чтобы можно было нормально копать. Потихонечку их выковыривать. Может немножко подубаем, ничего страшного. Все равно будет промывать, прочищать, потом сушить. Так, вот ведёрочко и корешки. Вот. Запах интересный, приятный, немножко напоминает запах корень валерьяны. Но это не такой же, но тоже специфический корень валерьяны, и запах тоже специфический, очень приятный, и в сушеном виде тоже очень приятно. Так, чем хочу сейчас поговорить. Вот это все мы достаем, все корешки. И толстые, и тоненькие. Вот. Очищаем от земли. От всего очищаем. Потом ножичком все это чистим. Кожуру вот эту все снимаем. Промывается. Вот это вот все убирается. Чтобы это было все чисто. Ну это потом уже. Я просто показываю, как она делать будет. Что-то вычистить. Так. Потом высушить его надо будет. Этими корешками можно лечить простуду. Вот так вот. Так. Может, народные способы. Кто как привык, кто
то, как себя успокаивает вместо таблеток. Можно заваривать чаи, но как идет откашливающее средство от кашля, чтобы кашля у вас проходил. Это тоже старенький корешок, тоже хорош, нигде не подмел, очень хорошо. Так, всю гниль, конечно, если попадается, все надо вычищать, ну, будете чистить ножом, все это уберется. Или можно делать спиртовые настойки. Ну, их тоже многие употребляют, ну как многие, ну, те, которые предпочитают народными способами лечиться, употребить чайную ложечку этой настоечки, как обычную спиртовую микстуру, которая продается в аптеке. Так, настаивать. Сколько ж нужно здесь корешков? Ну, примерно я бросал сухих корней на литровую банку где-то, скажем так, 1/4 часть корешков. Вот так вот. Кто не верит, не знает, может почитать, погуглить. Что это такое? 9 сил. Что такое за растение? Кто интересуется? Так что ищите, гуглите в интернете. Вот это он показал. Показывал, как он растет. И сейчас же показал, как мы его выкапываем. Все это мы аккуратненько засыпаем. Нам такие ямки не нужны, воронки. Все это надо сравнять, чтобы был сенокос хороший. Так, сейчас пойдем в другой куст. Выкопаем. Вот ведерочка. Идем сюда. Так, копать нужно много. Корни травы. Слина. Ух. Можно было выбрать другой куст. Почему-то не хотелось вот так выкатить. Тяжело. Куст молодой. Желательно копать кусты, которые уже растут много лет. Несколько лет, по крайней мере.
Вот так вот добываем корешки. Как вы видите, сколько корней травы понарастало. Видите? Надо копать шире ямку, чтобы боковые молодые отростки меньше рубались, их можно было выкопать. Вот видите, боковые рубаются. И повторюсь, это молодой куст, так что нам пойдет такое. Идем дальше. Здесь помягче будет. Хорошо идет. Вот. Вот тоже. Да. Ну, по запаху можно определить, корень 9 силы это или нет. Определили, положили. Так, нужно будет еще отцу передать корешков. Может быть, это все отцу отдам. Пускай делает настойки себе. Мы себе еще накопаем. Желательно, чтобы они были потолще. Пойдут и такие. Вот это мы сейчас тут разрубим. Кто верит в эти свойства, тот лечится, кто не верит, тот это не употребляет, не копает. Так что, как хотите. Здесь интересно было смотреть, где мы копаем корешки и как. Пожалуйста, вы увидели. Здесь чистая почва, чернозем, лух,
целина. В общем, земля, на которой приятно трудиться. Любите ее. Берегите ее. Трудитесь на ней достойно. И она вас поблагодарит. Хотя бы даже вот такими дарами. Природа. Мелочь. Но приятно. Подписывайтесь, заходите на канал. Кто-то может найдет еще что-то интересное. До новых встреч.